Знакомьтесь, Мухтар Мусабетов, бизнес-стратег, предприниматель, эксперт в сфере маркетинга, финансовый аналитик, энтузиаст биткоин и блокчейн. Мусабетов получил степень бакалавра по специальности экономика и финансы Ярославской высшей финансовой школы. Занимался изучением цифровой валюты в Никосийском университете. В 1990 году Мухтар занял должность директора департамента внешнеэкономической деятельности и международных инвестиционных проектов Министерства финансов Казахстана. В дальнейшем Мусабетов стал сооснователем нескольких компаний и на данный момент является основателем и генеральным директором Blockspace Labs, а также членом консультативного совета проектов SIGVR и ICO Crowd Magazine.